то время, когда мама провожала старших детей в школу, дома случилась трагедия. На пожаре в Рогачевском районе погиб ребенок. Инцидент произошел сегодня рано утром в деревне Юдичи. В тот момент в доме, в котором проживала многодетная семья, остался лишь 3-летний мальчик. По словам местных жителей, его отец был на работе, а мама повела детей к школьному автобусу. И здесь у нас недалеко вот остановка, здесь немножко. Ну, проводит, иногда они сами ходят. Ну, самый маленький мальчик почему-то в садик боялся. Она решила его запихнуть сама в том, чтобы он поехал проследить. Пока она там постояла, дом загорелся. И ребенок в хате спал. К моменту прибытия спасателей деревянный дом уже вовсю полыхал. Тело мальчика было обнаружено в углу горящей комнаты. Сейчас работающим на месте следователям предстоит выяснить, из-за чего произошло возгорание. Отметим, что всего с начала года в стране в результате пожаров погибло 9 детей. Любое оставление детей без присмотра МЧС рассматривает как чрезвычайную ситуацию. И неважно, на сколько минут вы оставили ребенка одного, на 2 минуты или на несколько часов. Непоправимая ситуация может произойти в любое время, в считанные секунды.